Ну что же, дорогие друзья, я выложил свою фан-версию игры Мистер Мита на сайт Game Jolt. Это сайт, где есть очень много игровых сообществ, в которых вы можете посидеть. Также там можно выкладывать свои игры, делиться их с друзьями. Поэтому я решил выложить на этот сайт игру, потому что недавно в Телеграме я проводил опрос, что делать с фан-игрой Мистер Мит. Многие выбрали вариант выложить на Game Jolt, и я выложу. Прямо сейчас переходите по ссылочке в описании и скачивайте эту великолепнейшую игру. А я пошел делать новый проект. Всем удачи и пока-пока!